собирались ехать, хоть у нас и зима, но собирались ехать на шашлыки, и не вышло. Нас подвел дождь. Начало дожди, на завтра тоже передают дожди, так что решили мы шашлыки делать дома, в квартире. Значит, покажу, как мы их сегодня будем делать, потому что будем делать по другому рецепту, не как всегда. Для этого нам надо мясо, вот такую свининку, уже порезанную мы купили, у нас тут продаются, называется корте в Буэнос-Айресе, ну, то есть порезанные. Вот, что для приправ? Помидоры, перец сладкий, лук, петрушка, зелень, соль, перец и шампурики. Вот такие красивые мне тут передали. Вот с Украины такие шампурики. Вот их будем использовать. Будет без костра, будет в квартире, но по другому рецепту. Так что смотрим, как это делается. Итак, в чем весь фокус? Фокус в том, что все это хозяйство надо порезать на небольшие кусочки, чтобы потом оно не пригорало у нас нигде. И сделаем очень классный маринад. Кстати, это я взял такой маринад, так сказать, такие приправы. А кто-то может хочет туда кинзу еще добавить, я бы тоже добавил, но у меня, к примеру, сейчас нет кинзы. И специально бегать по всему городу Буэнос-Айресу искать кинзу я не собираюсь, так что потому я буду делать из того, что у меня есть. Но это не значит, что вы не можете добавить что-то свое. Добавляйте, что хотите. Значит, делаем это вот так. Все это режем мелко. И используем такую крутую машинку, как блендер, в которой все это мы будем молоть. Это секрет фирмы, так что все, запоминайте. Так, еще помидорчики туда. Вот. Сейчас мы это хозяйство приготовим для крутого взбивания. Значит, не забываем, конечно, там помыть предварительно и все. Вставляем нашу машину в рабочее состояние и вперед. Какой прекрасный соус получается. И это еще не все, нам надо все это сделать, но смысл вот в этом. Берем этот прекрасный соус и в наше мясо. Это все мясо должно быть в этом соусе. Вот сейчас мы доделаем его, так сказать, лучок и все остальное. И таким образом оставим мариноваться, к примеру, там на несколько часиков. Помидор с луком смешаем. Запах просто. Я вам скажу, если тут еще кинзы добавить, так и вообще. Это просто запах прелестный. Ну вот. Таким образом. В общем, мне еще пару раз, каждому, в зависимости от того, сколько шашлыков он будет делать, но надо все смолотить. Так, все смолотили, вот такая красота получилась. Теперь хорошенько солим, вот кому там сколько надо. Теперь перчим, хочем этой машинкой, если это долго, я буду использовать обычный уже молотый перец. Вот. И после этого все хорошенько перемешаем. После того, как все в нашем соусе будет, все мясо хорошо перемешанное, значит, после этого оставляем в холодильнике на несколько часов это все хозяйство замариноваться. Вот сейчас перемешаю, и это все пойдет в холодильник мариноваться. Thank you.
мяса. Достаем. Потому что можно и больше, конечно. Но когда хочется уже шашлыка, достаем и начинаем ее нанизывать. Получается вот таким. Очень-очень вкусным. Потому что сейчас у нас нету кусочков, которые будут пригорать, ничего такого. Так что этот домашний шашлык еще даст фору любому другому. Ну, конечно, кто сейчас на природу поедет, там не сравнить. Но факт в том, что как это замариновать, смотрите. Видите, какая красота. Ну все, разводим квартирный мангал, как я там его называю. Так сказать, такую чугунку в квартире, что еще придумать. Берем, смазываем чуть-чуть ее. О. И сейчас можно делать шашлычки. Так что, вне зависимости от того, что на улице дождь, мы сейчас будем наслаждаться субботой и в квартире. Вот так. Раз. Вот что у меня получилось. Конечно, на костре может быть и лучше. Но, как говорят, у нас есть такая реклама в Буэнос-Айресе. И когда идет дождь или еще что-то холодно, говорят, ой, какая хорошая погода, чтобы сделать у нас асадо. Асадо это типа мясо такое на Париже. Ну, так и у нас получается. Дождь на улице. Какая хорошая погода, чтобы сделать дома шашлычки. И понаслаждаться. Так что вот. Еще картошку фри мы такую сделали. И не вышло на природе, будем наслаждаться дома. Так что и вам желаю, если что-то не так, делайте. А вот такая вот замариновка шашлыков, это вообще просто прелесть. Смотрите, какие красивые, хоть и квартирные. Так что пока, до следующих видео.